тяжелая неделя была. Погода была не очень хорошая. Давление, луна. А так в целом ничего. Неделя прошла замечательно. У меня была практика. Я студент, я ее закончил. Сейчас подрабатываю. На выходные планирую, дальше продолжать работать, возможно, ну и отдохну немножко. На самом деле погода в Самаре очень хорошая, и это на самом деле очень радует. Собственно, и все. Этого достаточно. За внуками следила. У меня их 4. 4-6 лет. 10 и 14. Неделя хорошая была, работали, погода хорошая была, все было хорошо, отлично. В выходные собираемся на Волгу с внучкой. Неделя прошла отлично, у нас все хорошо, отдыхаем, путешествуем. Ну, во-первых, приехали в Самару, это событие недели. Да. Сейчас идем набережную смотреть. Я здесь уже второй раз в этом году. Я сначала была в апреле, мне понравилось у вас, я соблазнила свою семью. Приехать еще раз сюда. Здесь самое главное – безопасно. Восхитительно. И началась бодро, и продолжилась бодро, и закончилась тоже бодро. Я с хорошим настроением иду домой. Вот. Довольна жизнью. Прекрасное настроение, хорошая погода. Всем довольна. Все было очень хорошо, погода замечательная, лето в разгаре. Всем желаю добра и счастья.